каникулы закончились, но впереди осенние. И чтобы не скучать дома, Серебряное кольцо приглашает ребят с родителями в сказочную Скандинавию. Мы узнаем, какие волшебные существа живут в Финляндии и Швеции. Прочитаем вслух сказки скандинавских писателей. Бываем в самых интересных детских музеях Котни, Хельсинки, Стокгольма. И отлично проведем время со 2 по 5 ноября. До встречи в волшебной Скандинавии!